Майнкрафт, но я могу улучшить самый защищенный дом. Сегодня на нашего друга-жителя напали самые зловещие мобы, и только я могу его спасти. Покупая новое улучшение для нашего дома, мы не только защитим его, но и станем самой защищенной базой в мире. Выдержу ли я наплыв мобов и сдамся, или все же справлюсь? Смотрите до конца, чтобы узнать. Ой. Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И как вы уже поняли, смотрите, где я нахожусь. Это та самая наша первая изначальная защищенная база, в которой пока что абсолютно ничего нет. А вот и наш дружок. Привет! Как тут поживаешь? Не бойся, сегодня мы тебя в обиду никому не дадим. Наша главная задача будет, как я уже сказал, защитить его от наплыва мобов. Интересно, выдержит ли наша защищенная база? Друзья, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, ведь это такой крутой ролик, что я просто в шоке. А самое главное, нажмите на колокольчик, чтобы получать все уведомления о новых роликах. Это занимает всего лишь 2 секунды. Спасибо огромное, мы начинаем. Приятного просмотра. Ой-ой-ой-ой, вы слышали этот звук? О нет, я слышу, как ломаются блоки, Где? Где? Не вижу. О нет, я их вижу. Они идут, они проломали оборону нашу. Уйдите. Нет, курочки Джек, вы не посмеете. Нет, не трогайте моего Джереми. Отстаньте, уйдите. Нет, как вас много. Вас слишком много. Они прорываются со всех сторон. Что делать? Все, справились? Слава богу, кажись, справились. Так, я могу уже что-нибудь себе купить или нет? О, да, смотрите, я могу купить себе первую ловушку. Трипвайер, что переводится как... Растяжка. При помощи нее мы сможем немножко хотя бы замедлять наших врагов. Кривато, конечно, поставил, но в принципе неплохо. И заодно золото мы также можем купить себе зомбаря, а еще немножко цыплят. Ну, поехали, новая волна. Ой, мне кажется, зря я столько куриц призвал, потому что я думаю, мы с вами не справимся. Хотя, слава богу, у меня есть хотя бы каменный меч, и спасибо на этом. Давай, с каких стороны не пойдут. Так, здесь никого не вижу. О, нет, вы видели? Они сломали мне все стены тут. Нет, просто так вы не пройдете, господа. О нет, отстань, не трогай его. Мы не должны с вами ни в коем случае проиграть, потому что если мы с вами проиграем, то это видео закончится. А этого допустить ни в коем случае нельзя. Зомби рейд приближается. Вон он, идет. Со всех сторон. Мне бы какую-нибудь башню для того, чтобы наблюдать за ними свысока, а то я не вижу, например, с этой стороны, что кто-то идет. Смотрите, он замедлился, он реально замедлился, он не может пройти дальше. Отлично, ловушка сработала. Отлично, мы выдержали. 10 золота у нас есть, это означает, что мы можем купить новую нашу ловушку. И это метатель дротиков. Интересно. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю вот прямо перед Джереми поставить вот сюда вот ее. О-о-о! Ну нифига себе, она огромная. С ума сойти. Покупаем еще зомбарей, покупаем злых цыплят и начинаем. Посмотрим, на что способен наш арбалет. Вы издеваетесь? С этой стороны никто не пойдет? Пожалуйста, ты же работаешь в разных направлениях, да? Нет, это подстав. Работает! Обалдеть! Реально работает! Я и не думал, что этот арбалет будет настолько крутой. Кстати говоря, вот она, смотровая площадка. Мы реально ее можем купить. Ставим ее где-нибудь здесь. Так. Вот это я уже понимаю, веселье сейчас начнется. У нас с вами здесь есть сундук, элитры, крылья, дарующие муху. Чего? Какая муха? Офигеть, я теперь могу летать, что? Я реально теперь стал мухой. Еда и еще и подзорная труба, шикарно. Вот это мы сейчас повеселимся. Покупаем кучу злых цыпленков и начинаем раунд. Хотя, возможно, я зря это сделал, потому что, возможно, я сейчас не справлюсь. У меня оружия тут никакого нету. Где они? Ага, вижу. Что? Они с лопатами? Чего? О, нет, только не говорите, что они будут уничтожать мою башню. Так, Джереми, живешь тут? Ага, подходят уже. Покупаем еще один метатель дротиков и ставим его, а вот прям сюда. Сейчас мы узнаем, насколько мощные наши арбалеты. Давайте, начинайте стрелять уже, они подходят. Вот они. О, пошла жара, давайте, парни. Нет, в одного пропустили тут. О, они, кстати говоря, уничтожают наши арбалеты, я даже и не подумал. Да хватит его бить, меня лучше бейте. Слушайте, ну арбалеты неплохие, но мне кажется, их нужно больше. Покупаем еще дротики и поставим по каждому сюда, для того, чтобы не атаковали приходящих мобов. О нет, они вообще не попадают по курицам. Покупаем еще больше. Ну нифига себе, тут зомби. Алло, арбалеты, вы стрелять будете или нет? Давайте. Стреляйте. Хорошо, работают вообще. Отлично, они неплохо задерживают. И, кстати говоря, я заметил, что у нас обновился меч, теперь у нас железный. Один арбалет они уже сломали, и это очень плохо. Так, здесь справились, молодцы. Здесь тоже справились, супер. А нет, здесь тоже сломали.
И мы с вами можем купить щитовую башню. Как я понимаю, она нужна для того, чтобы отскакивали от нее снаряды. Окей, тогда покупаем сами скелета. Поехали. Хо-хо-хо. Сейчас будет интересно. Скелеты начинают стрелять друг в друга там уже. Смотрите, реально, кажется, работает, оно отбивает. Да, 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 да. Реально работает. Ой-ой-ой, скелеты, кстати говоря, немножко опасно, потому что они стреляют на поражение сразу же сдалека. Но, кажись, никто пройти не может. Супер. Невероятная битва! Ха-ха. Давайте, 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 арбалеты! Нет, они один мы уничтожили уже! Покупаем еще больше! Я не хотел забирать, простите, пожалуйста. О, 21 штука! Раз, два, три! Здесь еще немного! Сюда 100%! И с этой стороны у нас тоже все поуничтожали, поэтому здесь тоже ставим. Ну, поехали, посмотрим, как справятся у нас сейчас наши арбалеты. Зомбарей, конечно, очень много стало. Так, по курсу 4 тупых зомбаря, которые не понимают, куда идти. Они боятся! Они просто боятся! Так, давайте, давайте, давайте! Радиус поражения у них очень маленький. Как здесь обстоят дела? Хорошо вообще! О, нет, я очень плохо их поставил, потому что они начинают атаковать друг друга. Рейд-чешунец, интересно, что это? И еще пару скелетов, и еще пару зомби. Так, посмотрим, что у нас за такие чешуницы. За 40 монет, где они? Я их не вижу. А, вот они, бегут. Че, такие маленькие, серьезно? Но мне кажется, арбалеты не будут попадать по ним. Да, определенно не будут попадать. Стоп, сколько? По 40 монет с одной чешуницы? Офигеть, покупаем два рейда. И еще скелетов. Идут, идут. Нетушки, скелет, нифига тебе. Хватит уничтожать их. А крипер тут откуда взялся вообще? За 100 монет мы, кажется, можем купить мину. Неплохо, неплохо. Давайте-ка мы ее поставим. Прости, пожалуйста, я не специально. A few moments later. Так, все, еще разочек. Покупаем мину и поставим ее где-нибудь вот здесь. Пускай мобы, которые идут на нас, сразу же взорвутся. И купим еще расширение базы за 200. Так, используем. И... У нас появилась дополнительная оборона. Она задержит новых приходящих мобов к нам. Так, с какой стороны у нас стоит мина? Вот с этой. Посмотрим, как она работает. Так, идет скелет. Давай, ломает. Проходи, проходи. Да, все, мина работает. Это безумно круто. Это реально классно. Вот эти вот курицы. Курица, арбалеты по ним не попадают. Очень плохо, очень плохо. О, это очень плохо, ребята. Они уничтожили все. Они все уничтожили, что у меня было. Эти курицы беспощадны. Они прорвали всю оборону мою. Не трогайте моего жителя. Он мой друг, он мне еще денег должен. О, нет. Почему вы пошли с этой стороны именно? Я не понимаю, у меня здесь ничего нету. О, боже, как вас много тут. Я говорю, отстаньте от него! Джереми, живи! О, слава богу, это было просто жутко! У меня 781 монета! С ума сойти, как ты выжил вообще, дружище? Ну что, могу сказать, придется покупать снова эти дротики. Вот прям с каждой стороны, там, где у нас стоят отметки, мы поставим по одному арбалету. И тогда никто не сможет пройти и уничтожить нашего жителя. О, идеально хватило! Шикарно! А еще у меня идея, смотрите, мы покупаем 4 мины. Одну мину поставим здесь, вторую здесь, с каждой стороны по мине. Покупаем рейд чешуйниц и стартуем. Посмотрим, что сейчас произойдет. Внимательно наблюдаем. Мне кажется, это будет безумно интересно. Надеюсь, что наша оборона справится. Так, вот чешуйницы идут. Они взрываются. Не понял, почему они не умерли. А здесь? Здесь тоже не все умерли. Да, мины против чешуйниц не такие уж и крутые. Но в целом мы справились. Мы живы, и слава богу. А нет, некоторые прорвались все-таки. Я сейчас хочу купить одного бронированного зомби за 250 золота. Накупить мин. Раз, два, три. Супер. Теперь начнем раунд и посмотрим, с какой стороны он появится. Мне кажется, это какой-то наш новый мини-босс будет. Так, где он? Я его не вижу. Нигде его не вижу. С какой стороны он идет? Вон он идет. Боже, у меня здесь ничего нет. Вы издеваетесь? Почему именно с этой стороны? Так, тихо, 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 тихо. У меня есть еще монеты. Да, у меня есть. Мне нужно метать для дротиков. Давай. Иди сюда. Так, подрывайся на мини, дружище. Давай, давай, не бойся, не бойся. Иди сюда. Че такой медленный? Так, хорошо, покупаем еще тогда одного и еще скелетов. Очень много скелетов. Так, вот они идут, вот они идут. Хорошо, мина. О, да. Ладно, я думаю, здесь мы справимся. С легкостью причем. Так, здесь еще одну штуку поставим. Где идет бронированный зомби? Так, там со скелетами разобрались, супер. Где зомбарь? Не вижу зомбаря. Его что, убили уже, что ли? Где он? А, он такой маленький заспавнился, серьезно.
Держи, дружище, мину. Later. Итак, я накопил на статую снежного голема. Наконец-то мы можем его поставить. Давайте сейчас купим бронированного зомби. Посмотрим, где у нас он будет идти. И там мы поставим этого снежного голема. Посмотрим, на что он способен. Давайте вот прям здесь. Так, идет. На что ты способен? Крутой ты или бесполезный? Сейчас мы узнаем. Так, что он делает? Он его замедляет? Да ладно! Он его бесконечно замедляет! Это так круто! Он пройти вообще не может! С ума сойти! Давайте! Стоп! А мне кажется, или стрелы не проходят по нему вообще? Все, они его убили. Нет, все-таки урон проходил. С ума сойти, это очень круто. Ребята, вы посмотрите, какая у меня тут уже оборона. Офигеть. У меня 2500, я не знаю, что мне купить. Предлагаю проверить, что такое крипер. Просто одного крипера. Так, надеюсь, он появится где-нибудь здесь и... Нет, он не здесь появился. Тогда покупаем еще одного снежного голема и ставим его там, где он появится. Вот здесь прям. Замедляй его. Ты не должен взорваться, дружище. Фу, нифига себе, он денег приносит. Давайте купим еще пару криперов. Почему бы и нет? Так, отлично. Один появился здесь, его замедлят. Он вообще ни в коем случае не пройдет. Он вообще никогда не пройдет. Пожалуйста, не взорвайся. Я боюсь, что у него взрыв. Да, он взорвался. А-а-а, вы посмотрите, он еще какую-то жижу за собой оставляет. Не, это очень опасно. Это прям безумно опасно. Так, три крипера, пошла. Пошла жара. Так, здесь он не пройдет, у нас стоит голем. А вот здесь он может пройти спокойно, тихо. Уу, отлично. И сразу же покупаем фантомный дуэт за 3500. Я не знаю, честно, что это может быть, но мы сразу же купим снежного голема. Стоп, фантомный дуэт, погодите, это же фантомы летающие. Нам срочно нужна щитовая башня. Вот здесь прям по 4 штучки вот так прям ставим, для того, чтобы никто не смог уничтожить нашего жителя. Ну и еще парочку криперов. Поехали. Так, фантомы, вы где? Покажите себя, мне страшно. Так, вон они летают. О нет, они там что-то взрываются, но вроде бы все хорошо. Фантомы, вы лететь ко мне будете или нет? Мне кажется, у меня уже настолько крутая база, то что они просто боятся лететь на меня. Ну, с денег с них вообще очень много. Окей, покупаем на все деньги. Ну, практически, бронированных зомби. Поехали. Это сейчас будет очень жестко. Я боюсь, я могу сейчас проиграть. Но это будет нашим мини-боссом. Окей, у меня есть, в принципе, мины. А, слушайте, так вообще изи. Я их разношу только так. Получайте. Легчайше. Просто легчайше. Ребята, эти мины имба. Просто самая натуральная имба. У нас 10 тысяч денег. Но нужно накопить еще больше. Поэтому покупаем кучу криперов. Криперы взрывают просто друг друга. Я не успеваю следить даже за тем, как я выигрываю. Замечательно. За 10 тысяч покупаем какую-то улучшенную арбалетную штуку. Давайте купим еще криперов и посмотрим, на что она способна. Где мы с вами ее поставим? Сейчас у нас будет очень много денег. Криперов, кажись, больше нету. О, нет, они все-таки начали лететь. Ребята, они начали лететь. Так, ставим здесь. Я не знаю, что это, но работай. Ой-ой-ой, фантомы. Что это? Почему ничего не работает? Так, ну главное, чтобы Джереми не умер. А так вообще пофиг. Я не думал, что фантомы взрываются. Это очень опасно. Это прям очень опасно, ребят. Нет, даже не думайте. Алмазный меч, супер. Окей, покупаем банду грабителей. Настало время узнать, на что они способны, эти банды грабителей. А, так это целый рейд получается. Ох, это будет сейчас опасно. Но в целом оборона у меня хорошая, мы должны справиться. Стоп, это вся банда? Серьезно? А почему не появились с той стороны, где у меня меньше всего? Я до сих пор не могу понять, на что способен мой Тики Арчер. Так, купим его. Еще одна банда грабителей. Начинаем наш рейд. Ставим одну штуку здесь. Так, давай, посмотрим, на что ты способна. Стреляй, давай! Ну же! Почему ты не стреляешь? Ты что, не видишь их? А здесь? Он вообще атаковать не хочет. Окей, может быть, железный голем исправит ситуацию. У нас как раз сейчас рейд будет. Давай, голем! Хорошо, а вот големы вообще красавчики. Офигеть. Ребята, вы посмотрите, что происходит. Мне кажется, нам даже арбалеты эти больше не нужно. У меня 107 тысяч. У нас с вами с другой стороны есть еще различные мобы. Три пауков, опустошитель, ведьма, детская орда зомби, Блейз и волна судного дня. Что? Так, три пауков, поехали. Мне страшно представить, что это может быть. И справимся ли мы с этим? Серьезно? У меня тут нет големов. Печь-пушка, давай! Я на тебя рассчитываю! Нет, они уничтожают все! Все, что я тут построил, эти пауки! Так, мне нужен железный голем. Быстрее давайте атакуйте их!
Вы это все на что вы способны? Еще паучков мне! И еще грабителей, пожалуйста! Что делает печь-пушка? Я не могу понять, почему она не работает. Так, расширитель базы уровня 2. Покупаем, ставим, смотрим и... Ой-ой-ой, у нас тут с вами песочек и кактусы, отлично. Давайте еще паучков, они приносят безумное количество денег. О, хорошо, хорошо вообще. Я не знаю почему, но некоторые мои устройства не работают. Я сейчас хочу купить эту печь-пушку и поставить на какого-нибудь моба. Давайте с вами заспавним, ну, например, орду зомбарей. Вот прям дофига. Сколько? Штук 50. И посмотрим, что будет. Может быть, не на всех мобов оно работает. Так, вот у нас зомбари, ставим печь-пушку. Ай, я понял, им прям вплотную нужно подойти. Офигеть, оно поджигает их, супер. Тогда смотрите, у меня есть идея. Мы с вами покупаем 4 штуки. И вот с каждого такого прохода мы ставим нашу печь-пушку. Она будет поджигать всех, кто будет пытаться проломиться к нам. Вот, например, как вот этих вот. И, соответственно, здесь тоже. Причем маленькие обычные зомби прорвали оборону. Я в шоке. Ты прикинь? Ребята, это просто бомба! Эти печи-пушки шикарные! О, нет, они могут лазить по стенам. Вот это, кстати, я и не подумал. Так, поставим одного голема здесь, чтобы он защищал нашего Джереми. Даже 2 поставим. Отлично. У меня 1,5 миллиона денег! Так, что значит идет? Опустошитель, а также ведьма. А, детская орда зомби не хватает. Ладно, купим ведьму. Так, давайте, я думаю, мы справимся с ними. О, ладно, хорошо. Големы, пожалуйста, работайте. Пожалуйста, работайте. Офигеть, какой он огромный. Он один только, я надеюсь. Да, он, кажется, один. Парни, пожалуйста, справьтесь. Оу! Молодцы, просто красавчики. Я не ожидал то, что они справятся. Так, у нас 2 миллиона. Купим замораживающий пистолет, рельсовую пушку и поле щита. А вот прям... Щит мы поставим возле Джереми, я думаю, что он будет как-то защищать его, если тот прорвется. И купим детскую орду зомби, вот сейчас будет веселье. Сейчас будет реально веселье. Так, один? Серьезно? Один зомбарь? А, нет, не один, их было много. Так, давайте еще купим. Големы сразу же с ними расправляются, голем это имба. Так, вот давайте здесь замораживаю пистолет, поставим сюда и рельсовую пушку тоже сюда. Интересно, попадет вообще по маленькому зомби, это ж маленький зомби. Или я прокакал деньги? Ребят, кажется, я прокакал деньги, потому что зомби слишком маленький. Окей, купим Блейза. Тихо, 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 тихо! Так, поле-то мое будет работать, я надеюсь. С ума сойти, вот это я сейчас перепугался жутко. Так, с каждой стороны вот сюда вот поставим замораживающие пушки, рельсовые пушки. Хорошо, хорошо, хорошечно. Пошло дело, волна судного дня, мы готовы! Приближается один из всего. Один моб из каждого типа мобов. А нет, эта пушка работает все-таки. Кажется, она работает на летающих. Ребята, мне понравился судный день. И куча пауков. Так, пушки, давайте, работайте. А нет, я их слишком высоко поставил. Я их поставил слишком высоко. Так, замораживаю пистолет сюда. Так, покупаем расширение базы, заново ставим, потому что они начинают прорываться. О, да, они прорываются, они реально прорываются. Мощные знания, что это? Я не знаю, что это просто какие-то знания. Ой, 2 голема, вы справитесь вообще здесь? Я не знаю, надеюсь, что справится. Если что, я могу купить вам еще големов. Так, здесь все чисто? Да, здесь чисто, здесь прорываются. Так, мощные знания, давайте здесь тоже поставим их. Что это за мощные знания такие вообще? Они ничего не делают, меня обманули. Так, поле щита. Ребята, я, кажись, все понял. Определенная защита уничтожает определенных мобов. Например, вот этот могущественный знание уничтожает только маленьких зомбарей. Сейчас накупим детскую орду зомби, активируем и посмотрим. Если не появится, все должно работать. Да, 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 смотрите, реально. Но, знаете, мне кажется, мы сейчас всю игру пройдем только этими големами, потому что они самые крутые, самые мощные. Так, расширение базы, 3 уровень. Посмотрим и... О, вот это вот хорошо. Теперь мобы будут падать у нас в лаву. Замораживающая пушка с 10 миллионов. Так, криперы, зомби, гиганты, поехали. Эх, гиганты. Где? 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 Покажите мне их, покажите мне их. Офигеть! Я не успеваю дойти до них. Они просто взрываются. Големы просто всех убивают. Ну что же, настало время для увидать. Я не знаю, что это за 50 миллионов, но мы к этому добавим еще куча-куча банды грабителей, чтобы у нас здесь устроился настоящий хаос. Поехали, господи, у меня уже Майнкрафт лагает, у меня реально уже лагает Майнкрафт. А, визор? Серьезно? Где? Где визор? О нет, о нет, о нет, где? Я его не вижу. О боже мой, какой он огромный! Так, рельсовые пушки, давайте, стреляйте, делайте что-нибудь. Замораживающая пушка замораживает этого визора. У меня Майнкрафт просто не выдерживает от того, что здесь происходит. О, работают, работают, пушки работают, реально. О нет, нужно справиться с этими разбойниками, их слишком много. Их очень много. Давайте, ребята, мы справимся. Мы справимся. Мне кажется, это была ошибка, мне кажется, это была гибель.
гигантская ошибка. Но в целом защита работает, пушки реально тоже работают, визор потихонечку умирает. Правда, вот здесь вот эти разбойники немножко проходят нашу оборону. Мне нужно срочно купить за 25 миллионов отключение щита, что бы это ни было. Осталось чуть-чуть накопить, прям чуть-чуть осталось. Так, хорошо, здесь тоже справились. Все, 25 миллионов есть. Надеюсь, это поможет нам уничтожить визора. Поехали. Что это? Что оно делает? Я не знаю. Готовьтесь к финальной битве. Приближается один из всего. О нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Мне нужно больше рельсовых пушек. А, и еще один визор, вы издеваетесь? Так, прям на нашу башню тогда ставим кучу рельсотронов. Хорошо, хорошо, давайте, 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 давайте. Мы справимся, мы определенно справимся. Ребята, они очень мощные, они прям очень мощные. У меня еще 7 штук есть, оказывается. Или нет, ничего не понял. Давайте, одного визора почти убили. Все, минус один визор, остался еще один, и мы выиграли. Давай, 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 давай. Почему я раньше не понял, что для каждого моба есть своя отдельная защита? Перезарядка, конечно, у них очень мощная. Но ты будешь жив. Смотрите, как мило, он дает ему цветочек. Он подошел к нему и дает ему цветочек. Это очень мило. Вы молодцы, вы самые лучшие, вы защитили. Все, мы выиграли. Мы реально выиграли. Мы полностью защитили наш дом. С этого момента это самая защищенная база в мире. Даже визор не может преодолеть ее. Такие-то дела. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, а для вас золото фикса. И не забывайте смотреть предыдущие видео, они очень интересные. Кликай по ним прямо сейчас. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике.